ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу скидки на карту Дуны, потому что, как я заметил, на карте Sandstone они вам очень зашли. Мы идем уже на первую раскидку. Мы стоим вот так. Так. Погодите. Вот. Вот так. И кидаем просто вот сюда. Вот так. Дальше кидаем. Вот сюда. Она отлетает туда. И пониже. Вот сюда. Дальше мы идем сюда. Вот в эту трубу. Я потом покажу, откуда оно вылетает. Сейчас мы идем сюда. Так. И эта скидка получится только если вот так стоять. Вот. Дальше скидка. Вот так. Дальше скидка. Сюда. Вот так. Дальше. Вот из этой трубы, где мы там стояли, вылетала эта граната. Так. Дальше раскидка. Вот так. Ну, если, конечно, хотите, можете вот так вот взять. Но чтобы быстрее было, нужно сразу же прыгать, когда вот уже заюзал гранатку. Сейчас мы переходим. Кстати, я вам не показал свой новый финфал за удачу, который я выбил. И Скорпион коллекции. Мне он очень нравится. Оцените в комментах. Дальше раскидка вот так. Просто кидаем вот сюда. Если вы видите, что там кто-то стоит дальше, я иду сюда. И если у нас кто-то идет, вы берете и кидаете просто так. Вот. Оно летит в угол, ему 100% течется хоть какой-то урон. Дальше идем вот так вот тут, если кто-то сидит. Вот так. Сейчас самое интересное, это, конечно же, А. Но сначала мы пойдем на спавн этих. К Т. Вот первое. Дальше закидочка вот в эту вот так. Но если успеете, вас не убьют. Дальше раскидка. Вот так. Тут будет раскидка. Обычная вот такая. И вот такая. Но если думаю, что тут кто-то стоит, просто берете и кидать вот так. Сейчас покажу одну со смоком раскидку. Вы должны кинуть просто в уголочек. И теперь, если тут идет противник, он вас не видит. Только чуть-чуть. А вот если вы стоите тут, а вы его видите и можете стрелять. Дальше. Вот так. Такая вот. Что мне там опять пишут, блин. И вот такая. Почти все раскидочки, в принципе. Дальше. Вот если кто-то тут стоит. Вот сюда. Ну, если, как я повторяюсь, уже на карте Sandstone у вас адекватный тиммейт, он вам даст только уже не молотов, а хаешку вторую, и вы сможете его добить, если он, конечно, не убежит. Если он вообще не понимает, как тут играть на Дуне. Дуна — это такая карта, что вот кто понимает, это еще одна, если что, как кто вообще ничего не понимает. Дальше. Это все находится тут. Вы думаете, ну как же, он же вас увидит, но нет. Вот отсюда шансы есть кинуть. Отсюда маленькие. Так если... Тут потому что нужно очень хорошо попасть. Видите, тут очень нужно хорошо попасть. Вот. Она сюда приземлилась. Дальше. Идем вот сюда. Да вы как же пишут постоянно. Не обращайте внимания. Так, дальше вот так обычно.
И дальше фактически последняя скидка. Такая. Даже сюда подходим. Вот такая вот. Сейчас я покажу чуть-чуть с флешками. Флешка обязательно. Сюда. Дальше флешка. Такая же. Зайдет на Б кто-то. Дальше уже это новая. Такая. Где-то тут кто-то стоит. Вот так. Ну, сейчас покажу. Вот это были на флешке. Вот тут все. Вы можете просто кинуть вот в эту вазу. Оно хоть куда-то и кашет. И вы можете как бы и тут стоять. И идти тут. Типа вот тут вы увидите, и вот тут. Но минус то, что вы не можете, например, вот сюда понять, то есть вот смотрите сюда, а тут на вас идут. Вот смотрите сюда, а тут на вас идут. Вот. Сейчас пойдем на А. С моликами тут вообще мало скидок, но если вы найдете побольше, напишите в комментах. Вот, с моликом. Сейчас покажу. Вот. Это если к вам поднимается тиммейт. Ой, какой тиммейт, извините, противник. И вы слышите, то если рассчитать тайминг, можно так вот попасть. Если поближе кинуть, то вот сюда полетит. Дальше такая же. Как же опять не пишут? И дальше смог, это опять же тут только это оно летит. Вы думаете, ну это же закрывает соперников, если вы тут стоите. Но они тогда вообще ничего не поймут. Как вы тогда закинули смог? А вы в это время берете, я чувствую же, дайте флешку. Как же бесят. Кидайте вот сюда. Конечно, это все быстро тушит, но нужно рассчитать тайминг, через сколько смог попадет и кинуть. Вот. Ну, это были практически, ну как практически, это были все раскидки. С вами был Максим, и всем покеда!